Все смешалось. Балки, люди. Советская на начало декабря из площади превратилась в стройку. В этой части уже заканчивается монтаж короба для будущего катка и раздевалка к нему. А здесь, в центре площади, уже начался монтаж будущей главной елки региона. Кстати, закончить ее планируется уже к завтрашнему вечеру. 18 еловых метров в центре – абсолютный рекорд по городу. Этот железный каркас сегодня будут собирать до победного. К 10 декабря этот и остальные праздничные объекты города должны быть готовы. Я думаю, в течение ближайших двух рабочих дней она уже будет сиять своей красотой, радовать ярославцев и гостей города. Надеюсь, что в этом году мы ее украсим в новой концепции. На расстоянии двух конькобежных шагов от елки огромный каток. Для желающих подкрепиться – шале рядом с ним. Не любите активный отдых – наслаждайтесь праздничным городом из салона авто или через окно автобуса. Город уже украшают 20 километров гирлянд. Ведется монтаж световых инсталляций и декоративных надписей. Новогодняя ярмарка заработает 13 декабря. По итогам прошлого года она вошла в число самых популярных в России, поделился в интернете губернатор области. Так что скучать в празднике ярославцам точно не придется. Полина Ганищева, Олег Лушников. День в событиях.